Новый пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» вернулся в Москву из Голландии, где на его фюзеляж нанесли фирменный знак авиакомпании «Ямал» белого медведя. Их уже 10. До начала 2018 года парк пополнит еще 13 самолетов. В центре Садко отпраздновали День матери. В честь этого события для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся психологический тренинг и различные мастер-классы. А в холле развернулась выставка творческих работ. К празднику более 20 особенных детей сделали открытки для мам. В Новом Уренгое состоялось открытие второго сезона регионального проекта «Юн Арктика». В конкурсе приняло участие 24 класс-команды со всех школ города. Подросткам предстояло пройти испытания по станциям, представить визитную карточку и спеть песню, продемонстрировать строевую и огневую подготовку.